Камера, мотор. В Прикамье могут снять еще один многосерийный кинопроект. О своих планах рассказал известный режиссер Павел Лунгин, посетивший наш город. Он приехал подыскать локации для своего нового фильма. Подробнее расскажет Татьяна Овсянникова. На встречу с журналистами советский и российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин приехал сразу после визита в музей политических репрессий «Пермь-36». Мэтр готовится к съемкам нового многосерийного проекта, декорациями для которого может стать бывшая исправительно-трудовая колония строгого режима. В планах экранизации книги Евгения Гинзбург «Крутой маршрут». Это такая знаменитая гулаговская хроника такой незаурядной женщины Евгении Гинзбург, журналистки, в которой села в 1937 году и досидела до 1954 года. Еще одна цель визита Лунгина – производство мультипликационного сериала «Каприска», продюсером которого он является. Напомним, «Каприску» снимают в Перми, первые 12 серий уже готовы к запуску. На базе киноцентра «Премьер» специально создана мультипликационная школа-студия. Ее учениками станут 40 пермяков, которые в дальнейшем смогут принять участие в работе над вторым сезоном нового «Каприски». Сериал – дело долгое. Пока мы делаем первый сезон, мы за это время, там, за эти полгода-год выучим себе и новых художников и мультипликаторов, которые уже здесь, в Перми, будут вместе с нами работать над этим проектом. И не только над этим проектом, но еще у нас масса других планов. Съемки на территории Прикамья и обучение мультипликаторов в краевой столице – часть большой региональной программы по развитию кино. Под ее эгидой в Пермском крае запускается система ребейтов – компенсаций для кинокомпаний, снимающих фильмы в Прикамье. В пермской синематеке говорят, что первый ребейт, вероятнее всего, получит команда фильма «Сердце Пармы», съемки которого начнутся летом в Губахе и на Усьве. Сейчас там вовсю строят масштабные декорации. Также объявлено о планах по созданию в Прикамье сети из 92 социальных кинозалов. Там будут не только транслировать фильмы, но и обучать киномехаников. Сегодня мы объявляем о том, что программа Пермского края, развития кино Пермского края будет реализована, и она, это решение подкреплено уже какими-то и финансовыми траншами, которые собирается выделить нам Министерство культуры Пермского края. И тем, что вот у нас здесь такие замечательные гости. Татьяна Овсянникова, Валерий Шакунов, телевизионная служба новостей.